Блин, я видео, короче, загружала Берегите ВКонтакт, себя. там вообще От вас уписываешься зависит просто, Лёш, все. потом я тебе... Принесите еще. Или сам посмотришь, короче, я загружу. Там, короче, это, подруга прикалывалась, у меня, короче, Берегите свою пингвинчик такой тетю. есть От на вас зависит все. карабинчике, на сумку я себе купил. Ну, детская игрушка, но смешная очень. Вот, и она, короче, там, девушка, короче, танцевала танец живота, и под эту музыку она пингвин, короче, ну, пингвином делала, как будто пингвин танцует. И так смешно получилось, пипец. Мне сейчас мозг Принесите еще. лопнет. Прекрати. Короче. Ну, блин, потом, короче, это. Хорошо, посмотрю. Выложи, посмотришь, вообще уписаться. Оставайтесь на связи, ладно? Ну чё ты, включил что ли? Скотина, он только не загружается, что-то сейчас, это, сейчас телефон, там Принесите 500 еще. метров, прикинь, 33 минуты 50 секунд. На дропбокс там еще что-нибудь выкинь, да и все. Да я потом это подключу напрямую к компьютеру перекину. Так, ладно, я О, там включаю все запись. умеешь. Вот. Хай, Напрямую. братья и сестры. Это снова мы, это снова Принесите да, еще. он Если дрептает, да, да? это наша секта. нет, Что значит нет, нет? Ты нет. что, не из нашей секты? Ну все, ложись. А, мы в Angry Beavers сыграем. Да, точно, во. Иди к сюда. Да, вот. На те, на те. Всем привет. Всем привет. Кто из нас самый суровый бобер? Ты. Посмотрим, что у нас тут. Нет, А почему мы бобрами меряемся, я не по-моему, понял. Саша самый суровый бобер. Почему я? А потому что у тебя стрижка под бобрика. Нет, это самый суровый бобры, где ее постригли. Я надеюсь, у меня это видео не Пожалуйста, покрашится, принесите и мои я трусы. смогу его выложить в сеть. Вот это реально смешно. Давайте на чем там остановились-то? А на чем мы остановились? Я не А, знаю. нам На куда-то чем мы надо бежать остановились? было за пределы карты вроде, да? Нам надо в лабораторию попасть. Деревня Мазафака. Да? Окей. Пошли, Саша. Поищите моих друзей. Деревня Мазафака. Ты Да. уверена? Да. Ну, Леша уверен, поэтому нам придется тоже. Йоу! Леша думать не умеет, наверное. Давай, Иди прыгай. уже. Иди в круг. Баксбани, ты наш. Нет, Встаньте, не идите, нет. встаньте в круг, Бакси-версия. встаньте в круг, встаньте в круг. Пожалуйста, поищите Не, моих я друзей. боюсь. Обложитесь Иди, решай. чесноком и возьмите Естественно. крест. Иди, иди. Давай, давай, Естественно. давай, давай. Пентаграмма зажжена уже. Нас Естественно, я вызывают. боюсь. Ну, ладно. Без Давай, меня не можете решай. телепортироваться. Я самый главный тут. Ой, Всю что-то меня деревню закрутило нахрен это как-то. унесли. Меня тоже. Ой, где? Не, не сюда нам. Как не сюда? Куда? Не сюда, видишь, 200 метров. Не деревня, Матака, Причал, Мазафака. причал. Воупс. Опа. Причал кумарика какого-то. Кумарика? Ну чё, так Да. лучше? Прогресс испытания, охотник за сокровищами. Да написали бы сразу на Ой-ой-ой. радио. Ой-ой-ой. Пум. Пойдем? Пойдем. Сколько Пойдем? тут всякой Куда вкусняшки? идем? Саша, тут твой клиент есть, который help me. Да. Сейчас я ему помогу. Он все еще там? Да Да. хорош уже, побежали куда-нибудь. Бахай. Я ушла оттуда. Пистолет кончился. Ну ладно, сейчас я его замочу. Блин, он не мешает. Да, вот этот чудо-юдо мешает. Отлично. Ну чё, убил? Да, давно. Я тогда через другую дверь войду. Мы слишком все уже грабанули тут, так что бесполезно. Да, я алкоголь вот нашла. Ну конечно. Давайте бухать, А вместо это того, что чтобы говорит там? патроны для дробовика, для делом пистолета. заниматься. Сеструха, ресторан закрыт, иди отсюда. Вот так. Четко, да? Вы видели. Так, Спасибо. выпало. Бухнул. О! Здрасте. Света, а тут второго уровня замок открыть надо. Ящик. Где? Больно. Хамлейди на В доме? Да. Маленькая вот эта. Вон за Так а он ж не открывается. Серьезно? Да. Странно. Да я вот тоже про это подумала. А что вы Подошла, там посмотрела, делаете? Можете страх объяснить? сбили. Третьего Ну, уровня тусуемся открыл. тут. А то второго не можешь. Пойдемте по заданию. Ну иди, мы догоним. Не хочу я по заданию, я хочу У нас бить тут себя. своя тема, Саш, там еще ящик, Ладно, я знаю, где окей. есть. Да, ящик? Давай, Да. пошли побухаем лучше. Правда, нафиг эти задания. Ты Больше не хочешь скучно. ящик? А он Ящик-то тебя как раз... хочет. А здесь кувалда. Я не хочу Надежная. то, что меня хочет.
Тут надежная кувалда, нет? Не надо? Да. О, прогресс воспитания, тусовка. Тусовка? Да. Неинтересно, тусовка без грибочков и выпивки не то. Не прет. Я энергетик-то усилил. Блин, тут толстый. Блин, толстый. Где? Не, нафиг его. Я хочу. Я знаю, что блин и комом первые, но не толстый. Че-то я, похоже, не заберусь. Леша, ты как красная шапочка. Ты со своими приколами, так? Ой, опять, поэтому... Саш, ты там где? А я купаюсь под водопадом. Надеюсь, это не мочаток. Надейся. И жди. Ой, ой. А что вы, куда вы полезли-то? Не знаю. Зачем ты туда полез, Леш? Не знаю. Иди там сюда. Весело. Пойдем, толстый. Эй, толстый. Тум-тум. Эй, толстый. Не, я вообще-то серьезно, тут толстый. Светик, со мной, кажется. Он сейчас харкать будет. Жук. Давай, вот забудься вместе. А здесь нельзя пройти насквозь, сквозь пещеру? Нет, фу, пойдем вот, по воде. Блевоты. Я выдохлась, Саш. Спасибо. Чего? А я гребла вообще. Да я тоже греб. Зачем вы на него полезли-то? Ну как-то. Ой, он поворачивается, Светик. А чё он ничего не дал, жадный козёл? Получи, поддон. Вот и мучайся теперь. Вот так вот. Вот и мучайся теперь. На лодке поедете, не? Не, спасибо. Печальный опыт. Ну тут что-то мелко как-то, кстати. Ну это тебе мелко, Кинг-Конг двухметровый. А ты что, плывешь, что ли? Конечно, ныряю. Уж совсем, чтобы я мутантом снова в этой воде. Так. Шлёп по башке, прогресс испытания. Вы где есть-то? Мы с Лёшкой куда-то забрели какие-то ворота. Ой. Я пошла, ладно. А ты откуда? На задание. На какое задание? А, тут можно же проехать. Ну, поехали, окей. Вас хрен поймешь, я просто одна купается, другой на задании. Да, по воде дольше идти. Как быстрее будет, наверное. Ух ты, как машет. Меня дали уровень, Я теперь не в ясенях садике. Поехали, поехали. Садись, что ли? Дави его. Давай быстрее, там этот хрен идет, хелп ми, который. Подумаешь. Ну, теперь покатай меня, большая черепаха. Ну, сейчас маленькая сядет. Поехали. Почему я маленькая, я огромная? Ну, садись. Спустя. Поехали. Bullshit. Здесь вот какие-то припасы надо будет собирать, но я, блин, не знаю. Вай. Что это за квест? Чуть говна прям вложу. Где его брать, короче, ничего не знаю. Да не дави паскуду, оля. Приехали. Я уже видел. Ой, из кустов кто-то выскочил. Читер, крысер из кустов. Ах ты. Крыса, читер из кустов, а? Что ты жук какой? Еще и намстил, ну ё-моё. Так, не понял, что-то... А, о. Иди сюда. Иди. Конфеты там, сзади тебя баба хочет. И что, мужик идет? Ой-ой-ой. Не, все, я тогда пошел. Прям как у меня компьютер. Да ладно. А вот спрашивали, какой у тебя компьютер-то, да? Вот такой, да? В подкасте в новогоднем я видел там сообщение. Отправляйтесь под шипол. Не ходи туда, там... Команды пишу, чтобы... Там не найдешь. Игровой персонаж двигался. Отлично. Ищите вход. Раньше тут наверняка было лучше. Да ладно. Ух ты! Вот это домик. Так, чего тут? Лаборатория. Это так, домик. А здесь нету нигде интересного мода. Лаборатория, да. А, тут есть ящик. Мачете. Интересно, домофон работает?
Йоу, доктор Кеслер, открывайте. Блин, как кто бы знал, как меня запарило лазить вот с этой хренью. Меня зовут Сэм Би. С какой хрень? Мне очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, отвори, пустите скотина. Меня. Я тебе сейчас камень сломаю на ту... Я тебе сейчас дам занят. Вылазь, сволочь. Об этом я пусти и хочу барыня. Поговорить. Ваша статья о болезни кур. Ломай. Гениальная, блин, фигня. Но я у меня к вам пара вопросов. Мне вот сказали, тебя ломать, иди сюда. Дверь. Открой, скотина, дверь. Я тебе сейчас пущу бы ее, но... Да, с такими залетай. Угрозами он, конечно, откроет. Он, залетай. Грабь все. Насилуй, убивай. Хрупкая клюшка для гольфа. Так, клюшку подожди. Слушай, это статья, посвященная исследованию Маркуса в области биологии. Так, здесь что у нас? Дневник. Надо послушать. Дверь закрою. Блин, я что-то застрял вообще-то. Оп. Оба. Ой, неприятные вот эти вот зомбари, они вообще пипец. Светик, это твой фанат? Нет, это твой. У меня поспокойнее, не надо гнать. Значит, Лёшин. Точно. Твою мать, что это за твари? Лёш, тебя хотят, иди, разберись. Итак, да. Слушай, бедный мужик, пустил к себе каких-то зверей, да, как они всё обчистили в минуту. Ну поговорите уже с ним. Компьютер, ёпрасты, как у меня компьютер. Че с ним разговаривать-то? Че он полезен? Давайте поиграем, что ли? А дневник Джонса взял кто-нибудь? Секретный материал я нашла. Надо добраться до Хендерсона. Говорят, вы знаете, как туда попасть через старые японские катакомбы. Я у него даже в музыке что-то свистнул. Я круто. Секретные материалы нужны, нет? Конечно, X-Files. Где Малдраскали? Мы заменяем их. О катакомбах мне рассказал Маркус Вилла. Так что я в курсе, что вам о них известно. Вы видели Маркуса? 100 лет его не встречал. Он был гением, знаете ли, в своем роде. Но, в скажем так, по некоторым причинам наши пути разошлись. По очень веским причинам. Вот эту ящичку вообще съесть пытался, так что тут понимаю. Вкуснее. Чокнутый мудак. Светик, ты че мне на стул загнала? Он хотел вас съесть? Глупости какие-то. Я знаю, что он шился парегенами, но мне показалось, они народ вполне миролюбивый. Вашу мать. Видимо, все хуже, чем я предполагал. Ну все. Но даже это не объясняет, почему он мог... Ты же ботаник. Хары притворяться пошли. Он сказал, ему нужна плоть человека, обладающего иммунитетом. Ты смотри, я не могу пнуть компьютер, зато склянки могу пнуть. Минуточку. Вот это допустим. Вы говорите, что у вас иммунитет к этому... Все порушим его. Это определенно все меняет, не правда ли? Не могу попасть по склянке. Боюсь, что да. Да, это все новый год. У меня есть карта, которая могла бы вам помочь. Ты смотри, Леш там втыкает вообще по полной. Я изучаю это заболевание вот уже много лет. Вывести процесс втыкания? Ты смотри на этого нигера, посмотри на него. Хорошо втыкается, или какой-то потолок смотрит, смотри. Но он пытается понять, как. Каждый раз эпидемия отличается. Эй, горбатый, я сказал, горбатый. Кстати, у меня же навыки открылись. Как эта прионная болезнь адаптируется и меняется. Как она мутирует при воздействии внешней. Меня этот немец достал просто в усмерть. Он лепит какую-то пургу. Никто тебя не просил услышать. Меня игра просила. Скажи, fuck you, игра. Видимо, те трупы в оранжерее непредсказуемо оказались в могиле да раньше положенного. Ну вот с одним прокатил, так он что-то говорил, я ему битый голову поломил. Дай тому Сереже пореже и все. Надеюсь, все Сережи не обозлились. Да пофиг. Говорите, что мне делать. Хочу быстрее отсюда убраться. Хорошо, что мой брат сейчас тебя не слышит. Я лишь уточняю, что ну вот, как обычно. Сережа. Такие сложные времена во всем винят ученых. Их преследуются открытия, особенно люди, чей интеллект оставляет желать. А вот это что интересно, а мне это... Четырех моих помощников были некие реактивы, препараты в сосудах. К сожалению, эти сосуды остались там, в оранжерее. Лёша, ты ж не Серёжа, пошли. Это немцу скажи. Немец, пошёл нах. Ой, видишь, Швайны, Швайны. Гитлер капут. Иди. А чё он хочет? Лёша, он не немец, он нихера не понимает, что я ему говорю. Возможно, вам придётся убить всех четверых, чтобы забрать сосуды. Но их всё равно уже не спасти.
вылишь из бани. Я склянки ему поломаю все нафиг. Все да, поломаю. Жизнь дерьмо. Я понимаю. Но вы уж пока подготовьте для меня карту. Все, пошли убивать. Слушай, мы ему все почистили, все, по-моему. Да? Ну, не прошло и года, нас обрызгали какой-то дрянью. Иди в жопу. Ты вся в слизи. Леша, он ушел, ты ушел, он ко мне подошел. Сейчас он тебя начнет обнимать. Ой, фу, вот они, уроды-то. Майер Холд. Это что за няшки? Ученый мутант. Няшки. Няшки-обнимашки. Там вот есть еще такие, которые кидаются, да, всякой гадости. Они падают еще, они кидаются. О, ой, бежит, бежит, бежит. Тут ничего нету, ну, там что-то есть. Вау. Слушай, так, они лопаются быстрее, чем обычные. Клетка. Света, ты куда пить? Да я, тут ящик. Серп какой-то наш. А я за Лёшей. За. Ну... Это талант. Я такой залазил, а Лёша так хоп, обуцает кого-то. Ух, я просто иду нафиг отсюда. Испугал меня почему-то. Так, а здесь ты тоже какая-то хрень? Да чтоб вас, почему все на меня-то липнете? Я просто проверяю, тут нету никаких этих модов. Нету. Вроде бы не нашла. Вы ж по лестнице по красной залазили? Красавчики. Фиолетовый, да. По лестнице. По фиолетовой. Ё-моё. Это шо ещё за нахрен? Вставай. Нехрен валяться тут. Ну вот. Тоже мне подниматель. Смотри, там на карте чё? Вот этот, который хрен фиолетовый, он больно бьёт. Зажимать, что ли? Подскажите мне, кто-нибудь надо было зажимать? Скули, падла. Подождите. Кого зажимать? Когда лечишь? Фига себе, он какой-то это, плотный был, черт. Я вроде да, они такие. Я вроде нажал, а они все чуть не встал. Вот эти в желтом, которые они прям пипец. Так, пипец, иди сюда. Где пипец на туре? Ну, что-то пришел какой-то лоб. Ужман. Ой, они там буцаются на туре. Ой. Тихо, тихо, борзы какие-то. У меня тут лес. Есть лес, есть лес для них, блядь, чё. О, давайте я им туда что-нибудь кину. Или я. Ну-ка, у меня есть. Блин, как это посмотреть-то? Рюкзак. Есть. А что это? У меня нету ничего. Пойдем дальше. О, коктейль Молотова. Красавцы. Гори-гори, ясно, что ты не погасла. Они отвечают по скудной туре. Вообще нахало. Слушай, он еще и меткий, а? Тут че на туре? Борзы, что ли? В общем, борзами-то зашкаривают вообще. Ой, он его понял нафиг. Смотри, ой, посмотри, откуда прикол. Ты пришел? Я могу сейчас смотреть. Меня убили, ребят. Где? Как? Ну вот, бегите по переходу. Эй, чувак. Блин. Как обычно, короче. Да я вообще не знаю, что там делали. Не, в смысле, я подошел, а ты уже исчезла. Ой. Леша, спасибо тебе. Рано тебе моя. Тоже спасибо. Взял мне обмен, зафигачил. Вовремя. Вот и доктор. Прогресс испытаний. А, блин. Упыри. Козлина. Так, пойдем как-нибудь. Да не, уже, ну. Жуй плюху. Жуй плюху, скотина. Что ты
ты его кормишь там в натуре? Нельзя ручных зверюшек кормить. Так, не ручной, он дикий. Что нам нужно? Мерзкий дегенерат. Чем мы вокруг дерева мотаемся-то, ё-моё? Да не мотайся ты вокруг дерева. Так вот я и хочу, а вы все крутитесь и крутитесь. Что это такое? Ну, мы крутимся, ты хочешь. Все на местах. Он вообще так ноги расставил. Я спускаюсь, он уже с ноги расставил. Это что за намеки? Типа, бери меня полностью. Блин, а там это... Фу, чего? Ладно, пойдем. Нафиг. Ой, хватит метаться, а. А чё я-то сразу? А кто ещё-то? Хе-хе. Чё ты бутсай собёшь? Пройти мимо не можешь, что ли? Обязательно под одну тачку. Да, конечно. Вот а как ещё-то? Угу. Ты не видишь, у нас серьезный разговор? Да, а что? Хорошо, хорошо. Теперь я смогу завершить эксперимент. Слышь, ботаник, ты как после смерти себя восстановил? Я просто думаю, мы что все разговаривались, док. Отдавайте-ка мне долбаную карту. Светик, разбивай мусканка, дуку, а ты не все давайте, говорит мне, что давайте, сори, сори. У вас явно иммунитет. Я ему еще как дам пяткой в лоб. Но это не значит, слышь, что немец. Пойду я там еще пока полазю. Есть большая вероятность, что вирус узнаешь. Поселился у вас в организме. На тебе, на тебе в пачку. На, на, на. Тебя к телефону на туре. В зависимости от того, как он мутирует, вы можете оказаться в серьезной опасности. Мне лишь нужно немного вашей крови. Я проведу простой анализ, и мы будем знать наверняка. Это ради вашей безопасности. Трансильванский вампирюга, короче, крови ему надо. Только побыстрее. Я смотрю тут как-то. Итак, вы почувствуете укол. Что тут есть? Волноваться не о чем. Ботаничкой заделывалась. Выполните задание и карта ваша. Эй, я нажал первую на туре. А удерживать надо, ё-моё. Видишь, ой, удерживать надо. У меня конфетка, я бы вам её дал. Он сам придурок с места не может сдвинуться, обосраться. Да вообще пипец. Мой персонаж что-то сказал, я офигеть. Я пытался разрядить обстановку. На подготовку образца уйдет всего пара минут. Проявите терпение. Разрядить он пытался обстановку. Сейчас пойдет, пойдет, смотри, идет, идет. Ах, сейчас я в него обойму разрежу. Члены мне. Члены. Просто удивительно. Конечно, под зад я тебе дал, все удивительно стало. Но... Разговаривайте. Вы совершенно невосприимчивы к вирусу. Конечно, совершенно. Стоило тратить на это, тратить на это время, конечно. Ваша устойчивость к вирусу не дает ему размножаться, нанести вред вашему организму. Но она не уничтожила вирус. Она да просто ладно, убила серьезно, его. Что? Вам надо быть осторожнее. Ага. Любой контакт, слышь, к сожалению, Леша, необходимо учитывать он столько факторов. Ну, хоть бы он хочет сказать, что мы не должны размножаться, типа. Ну, я не понял, а как теперь жить-то? Блин, дурак. Размножаться нельзя, ты охренел? Вообще, я знал, что немцы больные, но не настолько же. Сами в каждом фильме размножаются, а нам нельзя, ну турбо-то. Нет, кому ты веришь, Саш, кому ты веришь? Ты какой-то лох, ты что-то сказал, а ты сразу так, веришь. Так, нам опять туда смотрим. Да все, я обиделся, блин. Нам опять в лабораторию надо. Чего? Зачем? Было какое-то. А там, видишь, восклицательный знак там. Да. Лёш, нам теперь срочно размножаться. Восклицательный знак не там. Конечно. Вернитесь в джунгли. Да. Нам срочно размножаться надо, пока не поздно, Лёша. Какого дьявола тебя туда понесло, Светлана? Нам надо забрать, во-первых, дикий шокер. Дикий шокер. Угу. И что-то надо с ним еще поговорить. Что тебе да нужно? Блин, он задрал, а. Что тебе может нужно? Быть, я а можно я его дикий шокер запущу? Можно. Спасибо, Света. Хорошо, хорошо, все, заткнись. Хорошо, да. Хорошо, отлично. Там может обнаружиться какой-нибудь загадочный. Пойдем. Что-то его. А, он. Ва, ва, ва. Какой-то он странный. Мины разряжать. Я ему шок в яйца. Шок это по-нашему сделал, а он что-то никак. Разряжать обстановку? Ну, пошли разрядить. Слышь, Леша, а как мы размножаться будем? У тебя план есть? План? Тебе обязательно план для размножения? Конечно, что теперь делать-то? Так, там же нельзя. Смотрите, тут аккуратно, короче. Мины! Мины! Светик, там дойди, будь, оттуда, аккуратно.
Идите за мной. Я просто не помню. Мы их разряжать будем или что? Нет, просто не подходить к ним надо. Жизнь отстой. Света, давай ты побежишь вперед и разрядишь все мины. А их не надо разряжать, просто ну, собой я имею в виду, так. Бух-бух, быдыщ, а мы следом. Сейчас. Нет? Нельзя? Жизнь говна. Разряжать мины нельзя. Что за мир такой стрёмный? Разряжаться нельзя, мины разряжать нельзя, ничего нельзя. А тут что? Внутрь-то нельзя? Там мясник идут, по-моему. Ой, тут, слушай, тут тоже мина. Ну-ка, погодите, сейчас я, знаете, как вот сделаю. Сейчас. Так. Я лучше отойду. Ой. А чё, она не взрывается, смотри. За светик. Ну ты лузер. Вы меня поднимете, если чё, да? Да, конечно, Саша. Давай. Ну вообще. Пока ты не наступишь, а... Поднимайтесь. Свет, оставь его, пусть лежит. Ништяк. Там как еще есть внутри. Было? Стой. Где там еще? Да, они все на мне рванули. А что эти? О, злобная палка. Ради этого я свою жопу подставил. Вот еще одна. Злобная палка. Тут это, чинилка. А мне понравилось. О, смотрите, сколько гранат. Молотого я себе возьму. Гранаты можете сами. Молотое что? Молотые гранаты. Гранаты будете брать? Гранаты будем брать. Молотые гранаты. Зажигательный молотов. А вот еще гранаты, да? А, нет, взрывающаяся мина. Мина. Ну шо вы там втыкаете-то, ну? Ну шо? Сейчас я страшное оружие создам. Давай, быстрее. Ты сам не испугайся, главное. А то сейчас Сейчас тут я вам наверчу, накручу. Запутать хочу. Че это за шокер? Нахрен мне шокер тут какой-то. О! Ты гвозди пистолет. Идите все в баню. Че? Молоток для мяса. Дубинка. Молоток. Фомка. Я надеюсь, мин больше не осталось. Ой, здесь мод наверху. А где мод наверху? Ты как вообще на это попала? Нож Тесла. А, вот ты как туда попала. Ишь ты, какая хитрюга. Ага. Тут еще запись. Тут же ротва, самое главное, остальное фигня все. Дикая хлеборезка еще. Прям совсем дикая. Свет, а где ты говорил этот гранаты? А там, наверное, Саша уже все почистил. А, разумеется. Вот в этих вот коробках. Тут вот нету уже, смотрю. Блин, поднимите меня. Ты еще говоришь, что эти гранаты нужны? Конечно. Сам как обезьяна. Знаешь, с гранатой. Обезьяна с гранатой как бы. Ну да, Свет, ты бегала рядом со мной, подняла. Угу. Я же нажал на X. Да. Я, кстати, не один раз уже такая фигня. Я тоже тебя спасал кого-то. Нифига не сработало. Да, я такой специальный негр, которого не надо спасать. В принципе. То есть это игрой заложено. Знаешь, в фильмах все негры умирают, так что не парься. Ты еще живой. Свет, ты слыхала, да, что тебе тоже светит? Какая перспектива. Не, Света женского пола. Все пучком размножаться так, как-то надо. Женского пола, они не негры, да? Негры женского пола, они другие какие-то. Ты давай лезь, не выпендривайся так. Почему я не могу выпендриваться? О, звуковая мина. Говна не нать. Падай на. Да, конечно, давай. А зачем мы сюда залезли, Свет? За миной. Леша, если она сейчас взорвется, то мы как размножаться будем? Так, бежим за ней. Она пытается убежать. Она, походу, что-то заподозрила. Ай-яй. Относительно размножения. Мама. Лови её. Нет. Все будет. И молотком по голове. Слышь, красавица, давай познакомимся.
Не хотите сфотографироваться с обезьянкой? Свет, стой! Свет, стой! Нет, нет, не хочу. Да подожди, у нас время как раз вышло. Подожди, я зомбика давлю. Света, ну не стой, подави кого-нибудь, да? Давай. Подави его волю. О, еще. Да, еще, всех дави. Еще, еще. Ну и что надо? Хватит плясать на машине. Прощайся, давай. А чё я? Прощайся со зрителями, это вас последний сеанс. Больше вы ее не увидите. Подожди, подожди, я мачете возьму. Мачете. Меня так легко не избавить. А чё, будете друг с другом размножаться? А, окей. Мы тебя ровно пополам поделим, ничего. Все нормально. Нет. Зрелище. Ладно, ладно, дорогие друзья, спасибо, что смотрели, ждите следующих серий, ставьте маньяки. Лайки, комментируйте видео, маньяки, это шизанутое, и всем пока. Всем пока.